О, читы! И всех убил. Читак. О, я выиграл! F5. Опа, эта карта что стоит? Ого, около сотни стоит. Отбиваю ебучку, профитируюсь уже, потому что, ну, я набил паки в констре, я ничего не потратил. Вы не поверите, но на нашем любимом Dota House появились кейсы с окупаемостью 200%. Даже Миша Миссипи уже успел их открыть. Кейс 300 рублей. Открываем, соответственно, кейсик за 300 рубасов. Чекайте. Окей, 606 рублей. Мы нажимаем мой инвентарь. Выбираем выбрать все. И продаем за 70% 606 рублей. И это получается 419. Тупо плюс сотка. Какого мать его черта, что это такое? Количество кейсов ограничено. Кого заинтересовало, переходим по ссылке в описании. Стоп, стриминг артефакт. Блин, Гай, что я могу поделать, что мне постоянно нравятся игры, которые умирающие. Стримить то, что сам не хочешь играть, это еще хуже. Это еще хуже контент. Я это знаю как факт. Взял морковки. Рафлан доволен. Ну, блин, не повезло сразу. Акс не стал против БХ. Бристол не стал против Тинкера. Пора ныть. Пора начинать ныть. Ку, пописла. Ку, чити. Папс, нас, при курсе, что твой твич по Е-канал стал. Его никто не стримит. Ты всегда говорил, что ты не социальный, особенный, что людишки дерма эды, хотя сам особо не сопротивляешься, не брыкаешься. Идти на интервью двум лысым из Браззес, Митагею и Машке. Как так? Ой, все. Ты намекаешь, что это зашквар или что? Ты сначала обоснуй, почему это зашквар. Где вообще взаимосвязь особенностей и с тем, что я дал интервью? Акс, атакс! Glory awaits! Бля, как же жаль. Я когда услышал первый раз эту фразу, когда, ну, Акс кидает дуэль, он, короче, орёт Glory awaits! Я когда-то услышал, думаю, бля, надо пойти в доту сыграть Аксом. Но потом ну, хорошо, что я не пошел. Я зашел на вики, прочекал, ну, эмоты Акса. Вернее, не эмоты, а то, что он говорит, да, в доте. Прочекал, там нету этого саунда. У него этой фразы в доте нету. Я думаю, бля... Какого хуя? Однозначно. Ну, второй ассасинейт, когда он и так выигрывает, блядь. Ну что за хуйня? Ну я не могу так выиграть, когда настолько везет постоянно врагу. Когда все есть, все есть. Ну типа нету... Они оба навелись! Ебать! Это такая хуйня. Все есть. Всегда. Я не сделал ошибок здесь, я просто не мог выиграть, не мог. Это было невозможно, у него все есть, идеально все есть. Опа! Берсеркер кол на двоих. Лежать плюс сосать! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Всем лежать, всем лежать. 5-3-8, а, так я даже выживаю. На! О, я выиграл! F5! Ровно летал. Фу. А как мне... Стоп. Я не могу ее надеть себе в наушниках. Подождите. А, все, короче, забейте. Я не могу. Не, это невозможно, я не могу делать Рафлан здорово, когда я в наушниках. Хорошо, вот так. Ну нет, это тупо. Нет, еще здесь. Не получается. Ну хоть раз, блядь, хоть раз мои герои станут под героев противника, хоть раз. Сколько можно, почему я не могу подраться с ними? Фух. Я ужасно играю на стриме, настолько плохо, это пиздец. Я не делаю таких ошибок. Жесть, чуть не въебал фривин почти что. У меня почти все перфект раны, что в констре, что в кипердрафте, почти все не на стриме. Что меня радует, то что Бристлбэк убьет Марту. Бристлбэк это бытовой единственный герой в игре, который, скажем так, can stand up to Mortet.
То есть любой другой герой, он или умирает, или не убивает. А Бристл Бэк может убить и не умереть. Единственный герой в игре. Даже Акс не может Марту убить. Попробуй задефи топ. Предположим, что он кого-то поставит на топ. Если он никого не поставит на топ, то будет чин фрост на одного героя получается. Он должен ставить кого-то на топ. Бля, прикиньте, если никого не поставит. Поставил! Я угадал, я знал. Сосать. Фух. Чин фрост на одного типа не кинешь. А, так это изи, я убиваю двух героев. Изи, изи, изи. Так, как правильно кинуть? Сначала в Марту. Марта отскочила сюда. Отскочила сюда, бла-бла-бла-бла. Изи. This will be fun to watch. Пик-пик-пик. Чел, ну... Chain Frost. History will forget you. Инициатива есть. И можно время триумфа заебашить. Или можно Chain Frost. Ну, блядь, тут этот ВТФ ебатич. А, так я Chain Frost кину, я выиграю игру, потому что челики закончат. Независимо от ВТФ ебачича этого. 7-8, 15, до свидос, я выиграл. Все пока лицо в рука, все пока лицо в рука, все пока лицо в рука, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. No one is stronger than Axe. No one is stronger than Axe. Тинкер useless. Useless герой. Говно герой, useless, useless. Это будет очень тяжело справиться, потому что он выигрывает, получается, ботлайн, и сейчас начнет выигрывать топлайн. А он разделил? Это ошибка! Это критическая! Это критическая. Вообще... Что такое? Что ты делаешь? Что ты... Первый раз в игру зашел, походу. Что это за хуйня была? Найс, противники. Что это такое было? Такой Аэрофлан ебало. Да, 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 я тоже так могу. Опа, F5. Опа, F на. Yeah. 33 ровно, все. Откуда он такой взялся вообще? Что он супер слабый. This is perfect for this task. Furious device. Ну, 5 пуков, можно сыграть кипердрафт. Что я, собственно, и сделаю. Типа, ну раз есть 5 пуков. Поехали. Опа, эта карта что стоит? Unearthed Secrets. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Ого! Около сотни стоит. Ха! Отбиваю ебучку. Вернее, не то, что отбиваю ебучку, а профитируюсь уже. Потому что, ну, я набил паки в констре, я ничего не потратил. Наконец-то начинаю, ну... Ну, это пока что не профит, потому что я до этого дохуя терял. Нечего брать, нечего брать, нечего брать, нечего брать, нечего брать, нечего брать, нечего брать. Тимбер, тогда придется брать Дебби как черного героя. Плохо. Че за хуйня? Блять. Первый раз вижу импакт от этой карты. Не жалко 10 золота? Ну ходи, ходи, блять. Спасибо! Здравствуй, величайшие точки. Смотрю тебя давно. Здрасте. Есть вопрос, точка. Прошел слушок, что по обде уберут... Этот слушок? Будешь брать топ-1 или дальше будешь играть в казино, чьи артефакт? Если... Блин, этот слушок уже проходит, знаешь сколько? Знаешь, сколько мне это говорили уже раз? Я в это уже не верю. Я уже отвечал на этот вопрос, Маграш. Да, я буду его стримить, да, я буду играть. Ну, на регулярной основе. Пусть убирают снайпинг, я буду. Кстати, тут заебись все у меня. Опа! Почему ты наводишься по-дебильному? Если бы не было Слея, как бы я сейчас выиграл? Но Слей есть. И батя побеждает. Батя! Батя! Just die already. Опа-па, F5. Было бы эпично выиграть и констракт на стриме, и
Кипердрафт. Дека у меня далеко не самая сильная, но играбельная. Я выигрываю или нет? Понять не могу. Тут мне начинает трон нести скоро. Но я вроде как доношу вышки. Сегодня я пока что величайший, да. Сегодня я ебашу. Занес констрактед одну китку. Заношу кипердрафт в процессе. Сейчас должно быть 3-0, надеюсь. Сука! Ну ладно. Это плохо. Но, блин, почти. Охуеть. Куда ты поворачиваешься? Куда? Зачем? Что? Децепист. Децепист. Какой же ты децепист? Огр-децепист. Сила есть, ума не надо. Я опять перепутал, это не слэй, это no accident. Что с вами происходит? Я идиот, я второй раз это сделал, второй раз за игру. Подождите, я идиот! Who can stand against us? Даже если легионер перенавелся бы, все равно у меня есть гарантированная наводка. Хуу! Чича! Как можно наводиться постоянно не туда? Сначала этот дебил, потом вот этот дебил. Что это такое с ними? Я бы Anyway выиграл. Anyway вам бы навелся нормально. Пиздец какой-то. Все, я в шаге. Я в шаге от того, чтобы, ну, победа в констре на стриме и победа в кипердрафте. Самый успешный день за всю историю стримов артефакта. В скобочках стримлю артефакт неделю. Я ради интереса посмотрел количество зрителей артефакта на Твиче. У меня больше половины. Это пиздец, короче. Это, ну, без комментариев. Я всегда играю в мертвые игры. Но мне похуй, что буду стримить. Что? Канна, Зевс, Виномансер? Ну, Канна и Зевс это пиздец. Мне ни разу в жизни не выпадала ни Канна, ни Акс в драфте. Только не говори, что у тебя есть что-то жесткое. Да я снесу вышку тут по фасту. Нахуй она тебе нужна. О, 4! И всех убил. Я ебал. Ну, блядь, я все сделал для победы. У него слишком сильная колода. Мне не хватило чуть-чуть. Я сделал все. Я не мог лучше сыграть. Два Thundergod Vraasa. Бля. Я не мог выиграть. Бля, мне констракт тут уже даже интереснее играть. По крайней мере, в констракте против этой хуйни у меня своя колода тоже, которая, ну, может справиться кое-как. А здесь я не могу справиться, потому что у противника слишком все есть, а у меня просто хуже колода. У меня хуже колода, я не могу выиграть. В констракте хоть я сам себе выбираю колоду, а тут я не мог выиграть просто. Враг сильнее, так нечестно. Две ульты Зевса, ну, Мистофа, Вернус, Канна и... Ну, иди нахуй. Вот моя кипердрафт, которую я сегодня сделал, 5 побед. Так, а как ее тут показать? Тут надо, ну, надо скинуть ее. В артефакте очень удобно. Вот, нажал скопировать, я кидаю ссылку, ты нажимаешь кнопку, и тебе сразу показывается колода. Тут супер удобно очень в этом плане. Ну, вот так вот, как бы. Я не могу ее растянуть, чтобы ты сделал скриншот. Я сделал это колодой за 2 дня. 5 перфект ранов в Expert Constructed'е. За 2 дня, 5. У меня уже в сумме 13 перфект ранов. 2 ульты Зевса подряд, ну иди к черту. Читак.